Меня зовут Герман Согнев, и я представляю телеграм-бота CoinDriveBot. Итак, прежде всего, CoinDriveBot – это бот, который вы можете добавить в... Бот, который вы можете добавить в вашу группу в Телеграме, попросить у него создать биткоин-кошелек, и после этого он создаст биткоин-кошелек и даст доступ через мультиподпись всем остальным пользователям этого кошелька. И таким образом вы сможете использовать этот кошелек совместно. Кроме того, администратор этой группы, который будет создавать этот кошелек, может дать разрешение на ввод, вывод, какие-то определенные объемы разрешений, например, в день ограничения на ввод или ограничения на ввод и вывод на конкретного пользователя. Основная аудитория – это путешественники, которые путешествуют компанией. Например, Expedia или Listini уже принимают биткоины, и с помощью этого бота можно будет оплачивать их услуги в том числе, и коллективные покупки, например, Dell принимает из крупных биткоины, и можно будет купить, например, серверы, наманить биткоины вместе, а потом скинуться опять купить серверы, как вариант. Почему это интересно для путешественников, не только как для людей, но и для компаний? Потому что в среднем пользователи, по анализу той же Destiny, в среднем пользователи тратят на 16 евро с биткоинов больше, чем при использовании обычных валют. И это небольшой анализ конкурентов. Прежде всего, основные конкуренты – это сервисы, которые... Multi-signature wallets – это BitGo и Copay, но интеграция бота в Telegram позволит еще внедрить социальную часть и часть общения в это, которая позволит более удобно управлять этими кошельками. Итак, это наша команда, которая эти два дня работала над этим кошельком. Итак, одно замечание, что мы успели сделать за эти дни и с какими мы встретились проблемами. Прежде всего, мы сделали ядро, 10 секунд, мы синтегрировались с кошельком Coinbase-овским, но у нас есть одна проблема. Мы до сих пор не можем валидировать наш SSL-сертификат у Телеграма и не можем законнектиться к боту. И я думаю, что... Да, я хотел поздравить сегодня Happy Bitcoin Pizza Day, если кто знает, что это. Да. И просто я очень надеюсь, что пока я рассказываю, мы доделаем интеграцию и сможем с помощью нашего сервиса совместно заказать пиццу и отпраздновать. Все вместе. В общем, спасибо за внимание. Мне бы дал просто комментарий. Наверное, скажем, самая большая проблема на таких сервисов — сложности в доверительных отношениях между друзьями. Договориться сложнее, чем просто там заплатить. Каждый платит за что-то в путешествии и считает. То есть технология здесь не ключевой момент, а технология, а социальный аспект. Юзабилити. Можно комментарии, да, если позволите, можно из зала? Да, давай. Я как специалист рынка туризма, я хотел бы сказать, что я бы с удовольствием воспользовался этим ботом, да, и в случае, вот, может, вы говорите про доверительные отношения, это очень правда, но есть же группы, которые уже сформированы, да, и многолетние группы, которые уже ездят по несколько путешествий, делают год, и они уже как бы там доверие, вопрос доверия не стоит, несмотря на то, что вы правильно говорите, для формирования новых групп. И как по мне, это я могу... Да, конечно. Я готов даже выступить первым клиентом. Я ребятам говорил, что я готов протестировать это с удовольствием этого года. Прошу прощения. А вот голосование каким образом достигается? 100% или какой-то процент должен из этой группы согласиться? Процент должен согласиться из этой группы. Да. Технический вопрос. Если в группе 100 человек, то это как будет? 50 после 70? Мы ориентируемся на небольшие группы до 10 человек.
То есть это ну, совместное путешествие обычно вы 100 человек, как бы, у вас есть 100, 100 здесь, вы поедете в путешествие. 30 есть. Ну, а тоже я поеду. Что с вопросами еще? Да. Можете еще раз озвучить интерфейс между пользователем и вашим кошельком, ну, тот, который там на стороне бота? На стороне бота бот создает кошелек при просьбе от администратора чата. После этого создает подписи и добавляет остальным. Если нету аккаунтов, он их автоматически создает, и он проверяет на наличие аккаунтов в сервисе. Вы не ответили на вопрос. Интерфейс взаимодействия человека и бота – это только чат, правильно? Да, это чат, но это бот, чат плюс, соответственно, кнопки, которые есть в Телеграме. Хорошо, окей. Вы через этот чат передаете подпись, правильно? Пользователь ставит где-то подпись, ну, он ее генерирует, а потом через чат текстом передает, верно? Ну, да. Но мы же оставим в том же, что есть же шифрование у Телеграма в том числе, и мы же... Только не имеет смысла подпись шифровать. Подпись на самом деле на самом боте делается. Так если подпись делается на самом боте, то это смысл использовать метры блокчейна. Нет смысла. Давайте вы потом возьмете стартап на бот. Я просто скажу, что мы используем стандартную API, как бы интеграцию. Это вот технические моменты. Я думаю, вы основную поняли идею и как реализовано это будет уже, но не успел человек основную часть реализовать. Все, время. Можете потом с ним пообщаться. Спасибо. Всем спасибо.